Сникерс заруба. Тимур без Артем. Задача. Берем мячики волейбольные, выкладываем их вот так вот в ряд. И через них рыбкой в падении. Кто больше перепрыгнет мячей? С 5 мячей начинаем. Поехали. Первый есть. О, это был опас. Первый. Есть первый выбывший, Артем. Ну. Решил податься, ну, все-таки последний сезон у них. Да, ну ладно, полтора. Блин, видите, у нас корзина сломана. Если кому не нету, киньте нам на корзину. 8 мячей. Ой, это было опасненько. Без. О, нормально. 11 мячей. Без, что ты думаешь, 11 мячей? Справишься? Без комментариев. Изи. Это мимо упал, мне кажется. Пал, давай-ка перепрыгни. Эх, блин, ну было близко, было близко. Ну ты победитель. Спасибо, а можно я прыгну максимум? Давай. 15 мячей. Ну ладно, ты все равно победил. Красавчик. Короче, самое главное, тем падением пользоваться, а не как Тимур, стену принимать.